На такой тележке, получается, привозят грузчик. Вот. И вот сейчас мы в багажник и в машину это все затолкаем и в транспортную компанию сразу везем. Друзья, всем привет. Смотрите, приехал в ПЭК сейчас отправлять. Артем Волгоград заказал елки. Сейчас покажу сколько. Вот это все, короче. И там еще в багажнике. И тут сейчас вот такая пробка была, короче. Ну вот, здесь сейчас уже заезжаем. Как бы очереди не было. Сегодня я приехал сюда. Сейчас сколько? 3 часа почти. Смотрите, на выезд из ПЭКа какая очередь. Это сегодня у нас понедельник. Че, блин, в понедельник очень много, что ли, в ПЭК приезжает, наверное, людей. За выходные, что ли, заказы копят и потом уже приезжают сдавать. Короче, пробка тянется аж до Рязанки. Все, братва, отправляем в Волгоград. Такой заказик. Артем, твой заказ. Лови, продавай, бабки зарабатывай. Друзья, чтобы вы понимали, что такое елочный бизнес, я сейчас, короче, на приемке там вот сдавал, и там на приемке прям вот каждый раз приезжаешь, и еще чьи-то елки, короче, уже лежат там на отправку готовые. И смотрите, вот сейчас здесь вот подъехал, уже на оформление вот подъехал, такси стоит, короче, такси, да, Яндекс.Такси, и вот елка, короче, в этом, в салоне, и вон там вот еще в коробках на заднем сиденье. То есть, чтобы вы понимали, елки сейчас самый отправляемый товар вообще, блин. Елок не хватает вообще никому. Вот, друзья, на следующий год просто готовьтесь с весны еще елки продавать. Просто рекламу готовьте там, сайты готовьте. Уже вы должны самые первые поставки, вы должны уже выкупать просто по максимуму. Потому что елки все, которые вы выкупите, они просто все продадутся, все, абсолютно. Еще и не хватать будет. Все, оформил, короче, взял талончик, сейчас жду свою очередь. Сегодня вот народу побольше, как бы. Вот, все, клиент, получается, там при получении оплатит вот такую сумму, 1584 рубля. Расписываемся. И, в принципе, все. Так, одна моя, да? Угу.